Одесса, 6 августа. Ночь у нас прошла спокойно, воздушных тревог не объявляли. Оперативное командование «Юг» сообщает, что в Черном море осталось 9 боевых кораблей и катеров, маневрирующих у Крымского побережья. Остальные укрываются в пунктах базирования. На боевом дежурстве 2 надводных и 2 подводных носителя крылатых ракет типа «Калибр», а также один большой десантный корабль. Я желаю всем мирного неба над головой. Берегите себя.